Это не ветер, это Гринч. Так в шутливой форме говорят жители Сургута о происшествии, которое случилось накануне с двумя городскими елками. Шквальный ветер, который достигал 20 метров в секунду, поздно вечером повалил новогодние декорации на проспекте Мира и площади Советов. Благо, людей рядом не было, никто не пострадал. Коммунальщики уже демонтировали деревья. Экстренные службы Югры сообщают, что и сегодня в округе ожидается сильный ветер и метель. Из-за этого возрастает вероятность обрушения слабо укрепленных рекламных конструкций, ДТП и заторов на дорогах, а также повреждения линии электропередачи. Напомню, в случае экстренной ситуации можно позвонить по единому номеру 112.